Здравствуйте, я Елена Смирнова и продолжаю видеообзор по онлайн-игре с выводом реальных денег CryptoBurse.org. Этот проект без вложений можно начинать в том плане, что когда я здесь зарегистрировалась, я ничего не вкладывала. Мне дали птичку в подарок. Так, мой майнинг. Вот эту птичку дают в подарок при регистрации за 1000 монет. Я благополучно забыла об этой игре. Потом захожу. У меня здесь была монет на майнина, как видим, вот майнится. И как и оговаривалось, я попробовала вывести без вложений. Вывела и вывелись без проблем. Значит, здесь вот курс коина, 100 коин монет вот этих, что майнится, равен одной монете. А 100 монет равна 1 рублю. Значит, 40% на счет для покупок и 60% на вывод. Вот у меня на балансе сейчас 315 монет на вывод, для покупок 999. Сейчас я соберу, потом куплю птичку и хочу вывести. Еще здесь бонус можно получить. Значит, нажимаю «Собрать прибыль». Так, прибыль я собрала. Вот у меня теперь 468 и 1100 монет на покупке. И я буду покупать тогда птичку за 1000 монет. Нажимаю «Нанять птичку». Вы успешно улучшили доход. Так. Вот у меня теперь 2 птички и 1 вот такая птичка. Это я уже после, как без вложений я вывела, тогда я уже пополнила баланс и купила себе птичку. Вот это 6000 монет, это 60 рублей. Так, что у нас? Зона бонусов. Что у меня там с бонусами? Дадут мне бонус? Так, нажимаем на баннер. Далее обратно возвращаем. Выскакивает окошко «Получить бонус». Нажимаю. И 15 монет на счет для покупок мне добавлено. Есть серфинг сайтов. Можно просматривать серфинг. И денежка капает тоже для, на вывод. Значит, нажимаю. Так, заказать выплату. Так. Выбираем, как видим, очень много платежных систем. Я на Payeer. Так, Payeer. И в настройках надо указать платежные реквизиты, возможно. Я уже не помню. Так, номер Payeer. Так, сумма на вывод. 468. Так. И платежный пароль. Сейчас я ставлю платежный пароль, потом нажму «Заказать выплату». Я вставила платежный пароль, нажала «Заказать выплату». Платежный пароль здесь высвечивается. Значит, выплачено. Ну что, давайте зайдем на почту, посмотрим, есть ли на почте. Если на почту мимо почты, значит, пойдем на кошелек. Так, почта. Входящие. Так, надо перезагрузить. Так, значит, мимо почты проскочила. Значит, пойдем на кошелек. Так, последняя моя выплата 4.68 26.03. Иду на кошелек. Так, и 463 на кошельке 26 марта 2018 года. Проект платит. И можно, как я уже сказала, без вложений. Так, и в настройках сейчас глянем. Надо вот платежный пароль и вот установить. И, а все. А Payeer не надо, наверное, нигде. Уже при выводе сами будете устанавливать. Ну что, игра платит. Я довольна. На этом заканчиваю. Всем удачи, больших заработков. Пока-пока.